Вам к нотариусу надо, а не к доктору, понимаете, с таким отношением, да-да-да. Не подскажете, да? Это медицинская клиника Калашников Плюс? Да, это уникальная медицинская клиника Калашников Плюс. Для каждого пациента у нас отдельная очередь. Очередь, но кем занимается кто последний? Вы первый, присаживайтесь. Очередь. Вы знаете, доктор, я вот тут вчера по телевизору увидел рекламу вашего нового препарата. Да-да-да, уникальный медицинский аппарат, патологоанатом 3000. Вот, 3000 рублей стоит этот аппарат, который ставит диагноз на 10 лет вперед и тут же лечит. Ну, вам это уже не грозит. А скажите, доктор, да. А вот он ставит диагноз, не больно? Нет, что, дело в том, что он изобретен российскими учеными. Российскими? Советскими учеными вместо с российскими музыкантами. Поэтому он ставит диагноз песни, так сказать. Давайте посмотрим. Что, как врай? Что, уже пора? Я же еще так молод! Секундочку. Я думаю, в последний раз его использовали в морге, кто-то просто забыл переключить режим. Сейчас я через правую линию и все проверю. Вы знаете, доктор, я абсолютно здоров. Я зашел так для профилактики. Я уже давно... Поймите, здоровых людей не бывает. Бывают недообследованные, понимаете? Я здоров, как бык. Знаете, я вам без этого аппарата могу сказать ваш первый диагноз. Человек, который утверждает, что он здоров, как бык, уже болен. У вас хронический бычий оптимизм, понимаете? Доктор, вы что-то не поняли. Я абсолютно здоров. Я даже спортом занимаюсь. Вот, хожу в бассейн, бегаю. Странно, я вот обычно хожу в бассейн, плаваю. Странно, а почему-то я вас там не видел. А мы с вами на разных дорожках. Да что мы все о спорте да о спорте? Давайте о болезни. Итак, руки по швам? А у меня нет швов. А прибор, говоришь, что скоро будут. Начнем обследование самого, так сказать, неизношенного с головы. Вы на голову здоровы? Да я же сказал, я здоров. Я знаю точно, невозможно, невозможно. Вы шизофреник. Вы считаете, что невозможно и возможно? Вы вообще бредите час? Да я вообще не бредю. Бряд, полночный бряд. Понимаете, вы бредите. Бредите. Да у меня с головой все в порядке. Я спокойный, здравомыслящий, уравновешенный человек. Мои мысли, мои мысли. Понимаете, вы очень возбуждены, вы вообще ночью спите, нормально? Да я сплю как убитый, можете спросить у моей жены. Вам только кажется, что вы спите, на самом деле вы... Я? Вы! Кто? На самом деле вы! Я доктор! Нет, я доктор, а вы лунатик! Фу, сами вы лунатик, и препарат ваш лунатик, и клиника ваша лунатик, я спокойный, здравомыслящий человек! Слышу голос из прекрасного рода. Слышите? А? Слышите? Слышу. Вот так! Вы слышите разные голоса, понимаете? С вашей нервной системы Мопус Эрбис Кэмбрус. А? Да, а? Молчи, врач горло смотрит. Несешь с болью в горле. У вас больное горло и начальная стадия склероза. Стадия чего? Вот видите, вы уже забыли. Да ничего не забыли. Я помню белые обои, черная посуда. Вы помните только обои и посуду, все остальное вы уже забыли. Я ничего не забыл, я все помню. Ваша память ухудшается прямо на глазах, понимаете? О, вот их-то мы сейчас и проверим. Ты же тень наискосок. Понимаете? Вы тени наискосок видите, у вас косоглазие, понимаете, ваш организм болен на 97%. Боже, доктор, я вижу тень наискосок, да, помогите да, да. Мне. Вот, примите, а чего она лечит? Чего, того, что у меня свойства такие лечебные, того и лечит, принимайте, ну, и еще раз проверим вас. Прибор говорит, что все пройдет, он вас вылечит. Вы знаете, доктор, я доказал, что вы мне поможете, все будет хорошо, я пошел. Не обольщайтесь, у вас опять приступ хронического бычьего оптимизма. И что вы все время чешетесь? А я вот только что сейчас почесался. Я клянусь, что стану чище и добрее. Вы грязный и злой. Аппарат говорит, он говорит, чище и добрее. Ваш организм болен на 97%, понимаете? Самое главное... Мы забыли проверить вашу потенцию. Попрекинь, что такое ширины.
97% в порядке. Ну, во-первых, у меня 3, а во-вторых, это мои 3%, потому что последний раз я проверял потенцию себя, сейчас аннулирую данные, и мы проверим вашу потенцию. А может, не надо? Надо, пациент, надо. Ну, дорогой мой, один раз в год это очень мало, то есть плохо. Кстати, с вас 10 тысяч евро за обследование, 5 тысяч евро за выпитую таблетку. Ну, в своем уме! Да вот, да вот самого надо лечить! Вот-вот, да вы сами больны, у вас приступ золотой лихорадки. Это все наглый ложь, щенок. Это не ложь, это говорит, между прочим, ваш препарат. И вот сейчас у вас внезапные приступы боятся. Ну, лёшь, край. Да, самого пора в больницу. Я здесь уже 7 лет. Значит, вам пора лечиться. Ничего мне не пора. А препарат говорит, что пора.